Штрафы за неявку в военкомат могут вырасти в 10 раз. Андрей Красов, первый заместитель главы Комитета Государственной Думы по обороне, внес соответствующий законопроект. Сейчас за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету на них может быть наложен штраф в размере от 100 до 500 рублей. Новый законопроект предусматривает 10-кратное увеличение этой суммы. Штрафы предполагается взимать в том числе и за уклонение от медобследования, порчу или утрату документов воинского учета. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года.